Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня мы приготовим куриные голени в очень вкусном соусе. Давайте приготовим. Готовится быстро, легко, просто из самых простых продуктов. Мясо получится нежное, мягкое, сочное. Попробуйте и вы. Для нашего блюда нам потребуются вот такие вот ножки куриные. У меня тут 8 штук по весу, это ровно килограмм. 2 луковицы, это грамм 200 по весу. Вот такой сырок наш любимый, он идет для супов, для соусов, плавленый сыр. Только вот такой именно обычный плавленый сырочек сюда не пойдет, он не плавится, а этот хорошо плавится. Вода 200 мл или бульон и 100 мл вино белого, сухого. Можно все заменить на бульон. Масло оливковое для жарки 3-4 ложки, соль чайная ложечка, перец черный молотый, остальные специи по вкусу, по желанию. Я возьму чайную ложечку паприки подкопченой и пол чайной ложечки карри. Это все, что нам потребуется для нашего блюда. Вливаю в сковородку ложки 3-4 масла оливкового. Добавлю 4 ложки, это нормально, это немного, это нормально. Вот так размажем масло. Очень удобно, кстати, готовить в воке. Ну, также, конечно же, берете любую сковородку вашу любимую. Выкладываем ножки. Нам надо слегка их обжарить. Совсем, буквально чуть-чуть, чтобы был запах жареного мяса. Вот и все. Больше тушеное, чем жареное это блюдо. Нарезаем лучок мелко. Лук готов. Возвращаемся к курочке. Итак, смотрим. Отлично. Нам сильно не нужно ее зажаривать. Нам надо слегка ее обжарить, чтобы был запах жареного. Отправляю лук. Вот так. Утрамбовали. Все, ждем еще минут 5. Этим временем у нас еще поджарится и лучок, и ножки. Прошло буквально 5 минут. Выливаю вино. Все это перемешиваем. Отлично, отлично. Дадим буквально еще 5 минут, чтобы у нас вино немножечко покипело. А теперь можно посолить, поперчить и накрыть крышкой. Посолю чайной ложечкой соли. Вот так с горкой беру, так как еще у нас тут будет соус, чтобы он был тоже вкусненький. Отправлю чайную ложечку паприки. Вот так везде сыпем. Карри по вкусу, по желанию. Я возьму с пол чайной ложечки немножко. Прикрою крышкой, дам минут 5 покипеть. Поперчим. Я потом в конце еще поперчу немножко. Итак, перемешиваем теперь еще разочек. Уже вкусно. Отправим сюда сейчас сырок. Нарезаю сырок вот так вот сверху. Добавляем водички. Накрываю плотно крышкой. Убавляю конфорку и дадим все это протушиться минут 20. Зелень берем по вкусу, по желанию. Рецепт найдете под видео в описании. Также под видео есть ссылочка на наш семейный канал, на Инстаграм, на Яндекс. Заходите и подписывайтесь. Нам осталось наше блюдо доготовить и подать на стол. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. У нас прошло 20 минут. Блюдо наше почти готово. Нам осталось перемешать, дать настояться и подать на стол. Вот видите, сыр, он плавится очень хорошо. Перемешиваем, и наш соус готов. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания.
понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!